Давайте побыстрее, доктор. Я стараюсь, сэр, но многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту? Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но, как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Плохие сны. Пересменка в 10. Это еще 2 часа. Я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. И всем привет, с вами Фогрест, и сегодня мы продолжаем проходить Battlefield 4, уже 3-я часть, Южно-Китайское море, по-моему, называется. Так, в предыдущей серии произошел эмизаряд, и походу наш корабль тоже это заделывает, и эти ремонтники тут начинают все чинить, как обычно. Один все делает, второй просто сидит и командует. Ну, это везде так. Каски какие-то висят, не знаю зачем. Лучше мне одну взять. Мне нельзя будет. Ой. Опять пришел туда, откуда выше. Ладно, ничего. Вот, дверь. Ух ты. Бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня слепые, как кроты. Гребаные китайцы. Да, все-таки наш корабль задело. Уверен, что это были китайцы? Уверен. Конечно, уверен. Даже я вам подтвержу. Вот. Правда, погодка ясна. Давайте. Пойдем дальше. Тем, кто говорит или понимает по-китайски, доложить об этом своему начальнику. Ага. Ну что же. Прям так взяли и сказали. Я принес нам кучу сюрпризов. Сержант, дел еще не в проворот. Идите, ну, с парнями. Вы идите генератором, я пока найду ирландца. Наверное, судя по тому, что он за мной приходил, надо к нему туда сходить. Знаем, где он там находится. Столк. Ты бы держал ирландца на поводке. Вы, клоуны, притащили на борт целую прорву народа. И превратили нас в убежище для тех, от кого мы должны держаться подальше. Они же враги. Да сам Хотя, ты клоун. Наверное, вскоре этой проблемой займутся на Титане. Выходит, отвечать вам за это не придется. Тем более, как бы, вот эти мирные граждане ничего не сделали. Они ж не воюют против вас. Вообще, по сути, они вам не являются врагами. Не знаю, почему он так решил. Но, видимо, думает, что ее муж заговорил. Целая нация. Но, возможно, травка головы у него серьезнее, чем мы думали. Эй, вам туда нельзя. Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Пустите меня. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами. Пропустите ее, салаги. Ей-ей, зажали меня. Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться их техникой. Я буду пристально наблюдать за вашим мужем. Я останусь с ним. У меня есть медподготовка. Хорошо. Я буду рада любой помощи. Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. Вы с ним еще не помирились? Ну, как бы тебе сказать. Мой герой, за которого я играю, судя по всему, не умеет говорить. Давай, открывай дверь. Это все, блин, глупость какая-то. Если адмирал Чан разжигает войну, то он может и по нам ударить. Мы погибнем и глазом не моргнем. Надеюсь, что все не так плохо, как кажется.
вскоре увидим, что же произойдет. Так, я через пак прошел. Когда доберемся до Титана, будем знать наверняка. До видеокарты Титан. Дверь. Ирландец хороший парень, но лично ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я должен высказаться, но трудно. Член подразделения не должен действовать вопреки решениям командира. Это плохо влияет на сплоченность. Вот ты бы сам не знал, кто такой ирландец. О чем это я вообще? Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. О. Сидит мартышка. Эй, ирландец! Пар! Эй, как дела? Вот, возьми. Это что, тут китайцы вещами уже торгуют? У нас 390. Не успели приехать, уже рынок разложили. В основном женщины. Мы сделали доброе дело. Ага. Эй, ну чего вы, давайте без этой чуши, что они враги. Нет, конечно нет. Опа, но правильно. Это не тебе было решать. Дан передал командованию Рекеру. Да ладно тебе, Пак, что важно? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. В идеале на этом корабле может разместиться, пусть и с трудом, до 400 беженцев. О, не верь, позволили открыть, да ну. Если Гаррисон злится, пусть себе злится. А мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Ой, ну, не знаю, что сейчас будет. Возможно, будет небольшой взрыв у Гаррисона по поводу того, что ирландец натворил. Ой-ой-ой. Тревога. Эй, пропустите, морячки, пропустите. Матерь Божья, смотрите. Будьте проклят. Это, так я понял, Титан наш. Что-то не похож он на видеокарту. Не нравится. Могильщик! О. Где, блядь, могильщик? Сержант Рекер, берите своих людей и за мной! Я за вами, сэр! Пропускайте меня. Ну же, Рекер! Иди. Часы на Титане тикают. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Здесь действует множество факторов. Мы не знаем, кто на них напал, вернутся ли они. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Судя по всему... Командование берет на себя агент Корик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обратиться. Но капитан... Это не обсуждается, ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Ковик, забирайте свой отряд. Где оружие? Мы будем искать информацию и выживших. Берите оружие и дыхательный аппарат. Ой, чтобы основное взять, ну, обычно наук и не знаю, понадобится ли там винтовка. Чё, не, ну, скала точно не будем. Ну, раз это закрытое помещение, лучше было бы, конечно, взять дробовик, но... Не знаю. Возьмем винтовку. Что за мень? Я приготовил надувной катер. Идите. Отряд мальчиков, Викушка. Да ладно тебе, ирландец. Чего вы меня не пропускаете это все время? Надоели уже. Торопитесь, что за дискриминация? Время работает не на нас. Я первый. Сержант Рейкер, за штурвал. Как там сесть? А, вот. Мы не знаем, что именно случилось, Марфей. Но это наш шанс пролить свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Понимаю, агент. Множество людей на Валькирии зависит от нас. Тут дело далеко не только в Валькирии. Гляди,
А меня чуть сюда не определили. А не проще было на вертолете долететь? Нет. Именно надо было как бы плыть на лодке. А что именно мы будем искать, агент? Титан, херовина здоровая. Расслабьтесь, создайте поездку, Марфель. Инструктаж будет, когда доберемся туда. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит! Вы делаете свою работу, а я буду, блядь, командовать, ясно? Да! Матерись. Повтори, Марфель. Я никого не вижу! Блядь, а где экипаж? Господи, она тонет! Глазам не верю! Верь, не верь, но кто-то это сделал. Ховик, сэр, куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Поплыли вокруг него. Ищите пробоину в корпусе или что-то в этом роде. Сюда! Давайте в дыру! Я видел такие повреждения раньше. Китайская противокорабельная ракета. Плыви внутрь, трекер. Я как бы должен туда заплыть, да? То, что мы лодку врубим, вам пофиг. Эй, слушай. Титан был вне зоны действия Шанхайского импульса. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, охватывающие несколько часов. Вот почему мы здесь. Нам лучше поторопиться. Ползли. Была плохая идея лезть сюда. Вот черт! Говик, у вас есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется? Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте, с регистратором данных. Только не звучит как план отхода, не? Будьте осторожны. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. Хорошо, ладно. Так, дверь откроем. Вот он, G46. Вот люк! Эккер нашел! Да, я нашел, я молодец, похвалите меня. Дай-ка я помогу тебе! Открывайте! Туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех, мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться! Откуда у него маска взялась? По-моему, у него ее не было. Сейчас, как обычно, я последний. Прыгай. Полетим, приплывем, полетим, поплывем. Узнаем, зачем же мы сюда шли. Как обычно, окажется, что мы шли сюда за тем, что уже у нас имелось, как бы. Мы это знали, но еще раз удостоверимся в этом. Плыли, давайте мы нырнем. Мы все уже приготовились, один я только не доплыл. Послушай, выжившие? Может, механически. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимает. Ну что, готовы? Готовы. Они близко. Что-то сейчас произойдет. Прям чую, что не ладно. Не знаю, Сержа. Наша задача. Машинное отделение.
8 лет. Весь этаж затоплен. Кажется, вода поднимается. Найдите путь. Наша задача за... Обычный ирландец буянит тут, всю хрень творит, потом отвечать мне за это. Ракер, нужно идти! Эй, нас я уже иду. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть! Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили, не знаю почему! Дали по кораблю ракеты, а потом поделись на борт? Да привет, как? Брейкер, пойдем. Как я понял, он сказал, что китайцы на борту. Ну или кто-то нас бомбил. Сейчас мы это узнаем. Оп. Ты нашел его, Рекер? Теперь валим нахер с этой рухли. Как раз, блять, вовремя. Назад на Валькирию. Я слышу голоса. Да, видимо, я был прав, что кто-то захватил корабль, и этот чувак сказал, еще потом подтвердил. Жаль, конечно, что он умер, но так приходится делать иногда. Подбежать-то, ёп. Можешь прыгнуть, пока есть возможность. Ёп. Возвращается, ирландец! Что нам, блядь, делать? Держись, брат! Какого фигана? Вперёд! Там сила, что после такой корабль огромный разломал. У нас контакт! Тут он. Кстати, не зря винтовку взял. Падает еще. Внимание! На подходе противник! А почему, например, сейчас... Где Валькирия? Вот же она близко, да? Судя по всему. Так почему же она нам не помогает? Например, пострелять могли бы. И они не знают. Они, по-моему, обстреливают Валькирию с оружием. Все, Рекер, ты слышал одного? Ой. Фу, я уже думал, все. Мри. Рекер, впереди! Мри. Метка лузер! Не высовываться! Мри.
что будет, если в ракету пострелять? А, боеголовки как бы пофиг. Ну, попробуем. Там, внизу, ладно. Штурмовой катер. Мы теперь с радой катера угоняем. ЖГЕМ. Надеюсь, я буду водить катер. Хотя тут другого и быть не может. Ну, давай! Вперед! Валькирия в полном дерьме! Расторможи эту пробку! Приближается патрульный катер! Хороший выстрел! Тоже! Выстрел закончен! Там плыть-то надо, да? Хорошо. Все. Давай, Рекер! Верни нас с тобой, пока не поздно! Где тут лодочка была? Ее и так можно взорвать, в принципе. Ой, а вот это... Ой, что ты так пугаешь-то? Вот это он вылетел. Все ближе. Закончится обстрела. Боже! Боже! Черт! Твою мать! Как так водить самолеты? Прям как я в батарее. Кто там еще сзади стрелял? Все, я делюсь, что убить. Судя по всему, сохранил Макина. Ладно, так взорвем. Не привыкать. Взорвись, взорвись, взорвись! Под воду ушел. Все, взорвался. Ой-ой-ой. Хороший выстрел! Валькирия, Рекер, дайте кто-нибудь подняться на борт. Блять, вражеская ветушка. Мы у этого мудака на прицеле. Я тебя убью сейчас. Давай! Валькирию опять захватили. Мудаки закрыли ворота. Все целы. Всем внимание. Боже, они захватывают наш дом. Смерть.
вытащу сидеть. Могильщик! Не помогает. Они повсюду на корабле. Пытаются нас убить. Где Гаррис? Капитанский мостик замолчал минут 10 назад. А люди, которые были в Гаррисе, тут закрыто. Я помню, что мы тут выходили. Нужно добраться до мостика, быстро! Капитанскому мостику! Лидиры! Осторожно, ребята! Ты поймешь, кто друг, кто враг. Взрыв с РПГ попасть, ну это вообще ужас. Это было, наверное, самое трудное. Нам нужно найти Гарри. Что нужно было сделать? Чё китайцы? Аллах баба! Чё так много урона? Что? Она их обоих раскидала, да? Чёртова дверь! Она дело знает! Где он, чёрт побери? В другом месте. Приказ Гаррисона. Что? И ты его оставила? Ему наплевать на меня, что я должна была делать. Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, Хан, мостик отрезан. Слишком светлая дверь в темноте. Судите сами. Добраться до мостика.
вместо этого заменил. Сейчас что-то произойдет. Вертолет! Осторожно! Ай-яй-яй-яй-яй. Вражеский вертолет спит! Как-то! С Валькирией шутки плохи! Воздушная атака! О, нет! Бой готов! Бейте их, пока они не высадили бойцов! Не дайте этим ублюдкам добраться до капитана. Давай, давай, давай. Только остановись. Бови! Держат. Чудом пронесло! Вражеская вертушка! Ракет, где еще? Где, можешь где? Попасть? Цель уничтожена! Минус один! Могильщик, давайте цели! Цель принята! Давай, сбивай. Хотя я сам. Ой, намазал. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, умер. Бей вертолет! Никак нет! Нужна перезарядка! Летит. Дайте цель! Атакую! Ждите! Все, умер. Теперь за этим лежим. Прям быстро, быстро, быстро. Да быстрее, блядь. Трудное дело с РПГ стрелять. Настройка оптики! На связи! На нас учиться! На корме чисто! Только РПГ, только хардкор. Твою мать! Плохи дела. Вероятно, здесь вся информация. Возьми! Вот и знает Гаррисон. Чад! Чан будет вас искать. Вы теперь в самой гуще событий. Смотри, чтобы он выжил. Торпехи, скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Каждый конец миссии, конечно, грустная сцена. Рекер, теперь ты главный. Идите. Идите. Ну, сюда же надо, вроде бы. Ну же, пошли. Я пойду первым, командир. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. Ну, естественно. Похоже, ты снова командуешь. Черт! Чисто! Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке? Состояние стабильное. Где агент Ковик? Он не выжил, сэр. Черт подери. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть!